Добрый день! Сегодня с вами мы научимся выполнять вот такую необычную ленту на вилке. Для работы нам потребуется вилка, пряжа, бусинки и крючок. Начинаем работу. Я сделала петелечку, ввела крючок. Заносим рабочую нить за вилку. Петелечку держим по центру. Захватываем рабочую нить и протягиваем через нашу петлю. Заносим крючок за правый стержень, перехватываем руку и работу поворачиваем по часовой стрелке. Теперь вводим крючок в петлю, захватываем рабочую нить, поднимаем и провязываем столбик без накида. Теперь обратите внимание, я ввожу крючок петлю с верхней части, захватываю заднюю ниточку, вытягиваю рабочую нить и провязываю еще один столбик без накида. Заносим крючок за правый стержень, перехватываем руку, работу поворачиваем. Обратно ввожу крючок в петлю, захватывая верхнюю, ближнюю к нам нить. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Петелечку вытягиваю, вынимаю крючок и на крючок одеваю бусинку. Теперь петелечку протягиваем через нашу бусинку. Теперь ввожу крючок и захватываю заднюю нить. Захватываю рабочую нить и провязываю второй столбик без накида. Работу поворачиваем, перехватываем крючок и поворачиваем. Ввожу крючок в петлю, захватываю рабочую нить и провязываю первый столбик без накида. Вводим крючок в серединку нашей петли. Захватываем рабочую нить и провязываю второй столбик без накида. Перехватываю крючок, работу поворачиваем. Ввожу крючок в петлю, захватываю рабочую нить, провязываем первый столбик без накида, петелечку вынимаем, немножечко подтягиваем, на крючок нанизываем бусинку, протягиваем петлю через бусинку. Теперь нам нужно провязать второй столбик без накида. Я ввожу крючок, захватываю рабочую нить и провязываем второй столбик без накида. Крючок заносим, перехватываем и поворачиваем работу. На этой стороне мы провязываем 2 столбика без накида. Провязываем столбик без накида. А теперь провязываем столбик без накида. Заносим рабочую. Заносим крючок за правый стержень, перехватываем и поворачиваем. Вводим крючок вот в петлю. Провязываем первый столбик без накида. Петелечку вытягиваем. На крючок нанизываем бусинку. Петелечку протягиваем через бусинку и теперь провязываем второй столбик без накида. Вводим крючок в серединку нашей петли, захватываем рабочую нить и провязываем второй столбик без накида. Заносим крючок за правый стержень, перехватываем и поворачиваем работу. С этой стороны провязываем 2 столбика без накида.
но провязываем по-разному. Сначала вводим крючок вот вовнутрь нашей петли, захватываем рабочую нить, провязываем первый столбик без накида. А теперь вот с этой стороны вводим крючок и захватываем ниточку рабочую, провязываем второй столбик без накида. Заносим крючок, перехватываем и работу поворачиваем. У нас бусинки находились с левой стороны работы. Теперь будем выполнять бусинки, у нас будут нанизаны с левой стороны, с правой, вернее, стороны. Вводим крючок в петлю, провязываем один столбик без накида. Теперь вводим крючок, вот захватываем рабочую нить, подтягиваем и провязываем второй столбик без накида. Заносим крючок за правый стержень, перехватываем и работу поворачиваем. Вводим крючок, захватываем рабочую нить, провязываем первый столбик без накида. Немножко вытягиваем ниточку и теперь нанизываем бусинку. Петлю протягиваем через нашу бусинку. Вводим крючок вот сюда, захватываем рабочую нить и провязываем второй столбик без накида. Заносим крючок, перехватываем руку и поворачиваем. У нас бусинка уже с другой стороны находится. А здесь провязываем 2 столбика без накида. Сначала сюда вводим крючок и провязываем столбик без накида. А теперь вот за заднюю нить и провязываем второй столбик без накида. Обратно заносим крючок, перехватываем и работу поворачиваем. Вводим крючок в петлю и провязываем первый столбик без накида. Нить вытягиваем немножечко. Нанизываем бусинку, петелечку протягиваем через бусинку и теперь провязываем второй столбик без накида. Вот вводим крючок, захватываем ниточку и протягиваем второй столбик, провязываем второй столбик без накида. Заносим крючок за правый стержень, перехватываем руку и работу поворачиваем. Здесь провязываем 2 столбика без накида. Вводим крючок в петлю, захватываем рабочую нить, провязываем столбик без накида первый. А теперь вводим крючок вот сюда, захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида второй. Работу поворачиваем. Обратно. Вводим крючок, захватываем рабочую нить, провязываем первый столбик. Вытягиваем немножко петелечку, нанизываем еще одну бусинку и протягиваем. И теперь провязываем второй столбик. Вводим крючок вот сюда, захватываем рабочую нить, провязываем второй столбик без накида. Работу поворачиваем. Вот такая лента у нас будет получаться. Количество бусинок на одной и на другой стороне вы можете регулировать сами. Вот такая лента у нас интересная получается с одной стороны, и вот такой вид она имеет с другой стороны. Творческих вам успехов!